Какие лопаты. Полтонны примерно лось. Вот так вот бывает охота. Ladies and gentlemen, welcome to the Farmhouse Kamchatsky. Дмитрий в третий раз на Камчатке. Он прилетел, чтобы запечатлеть эксклюзивную охоту, какую ему еще не доводилось видеть. Группа охотников из братской Сербии прилетела на Камчатский полуостров, чтобы добыть легендарную камчатскую тройку – лося, медведя и горного барана. Охота предстоит в самых отдаленных участках региона, куда можно добраться только на вертолете. Территория охотхозяйства огромна и составляет 970 тысяч гектар. Все перспективные места загонов размечены заранее, поэтому охотников высаживают в конкретной точке за несколько сотен метров от загона, а егерь расставляет их по номерам. Загонщиков высаживают дальше, с другой стороны загона. А вот и первые лоси. Судя по рогам, почти все особи выдающегося трофейного качества. Куцу привозил. Привозил. Пойдем. У него палю, я сам, да. Полем. И повезем их туда. Тысячу палю, мой задник, кайдошу при нас. Кайдошу на нас. Такой.
Так, Андрюха, отсюда она... Возле полянки. Забацим лавку. Одна группа улетела на вертолете на охоту, а мы сейчас поедем на рыбалку. О, this is good fish, the best for me. Инсербиджа тоже есть такое. А? Вот такая рыба. Да. Как называется? Липян. Как? Ледян? Липян. Липян, да. Да. Хариус по-русски. О, красивый какой. Поздравляю. Браво. Стефан, well, good. Who said that you? Who said that not like fishing? Радужная форель. Что? Радужная форель. Yes. Если по научному названию. А так по камчатски медвежий. This is good. Медведь. Небольшой, вероятно, 4- или 5-летка. Нужно подождать, подпустить поближе. Загонщики выгнали его прямо на охотников, притаившихся за кустом. Но, похоже, зверь заметил засаду. Он резко меняет направление. Нужно стрелять сейчас. Неужели скрылся? Но нет, вот он. Вышел на другой номер. Медведь удивительно сильный зверь. Даже получив 2 смертельных ранения, он пробежал еще около 50 метров и лег в кустарнике. Подходить к лежащему медведю нужно с крайней осторожностью. Не стоит недооценивать этого хищника. Он может притвориться мертвым и, дождавшись удачного момента, когда охотник подойдет поближе, бросится на него в последней яростной атаке. На топ. Я ведь больше. Добре. Эй, Юра, стай два найма, а ел. Эй, айде, тунка запустим. Не молодь, не молодь, смотри.
Вот, ты видишь, что это Камчатка чистая вода. А не с обзором, да его мало, а лучше уже кушать. В этом загоне вышел только один лось. Но вы только посмотрите, какой! Превосходные, огромные рога. Оба выстрела достигли цели. Но лось только остановился. Он по-прежнему крепко стоит на ногах. Zorane, usta mi je bez! Zorane, jebo te! Rako, bez nog, hađi vidi. Au! Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Нема боли. Напрелил си ти, ебен те, брат. Я кажу. I lepo ti rekli da ti ideš da pucaš jedno. Paki, pucaš sam dva, nisam proklet. Pa nema meni. Nisam proklet, nije bio moj. Ajde, drži po ovoj. Krašice. Koliko leta? A ovo šetat nada, raz, dva, tri, četiri. I ovo je zlo. Ajmo. Zlo. Zloća svaki. 12. Pošalji ovo Zoki odmah u grupu Ajzvodnja. Ovo će da bude. Ne, bravo! Ima da padnu na dupe. A, up, caka. Ali ovaj što paniči, to je strašno. Ko? Jebeš tičku, jesi vidi, Zoki? Действительно выдающийся трофей. Вот это лось, ребята. Видите, какие лопаты. Просто нереальные. Полтонны примерно лось. Килограмм 500-600 точно есть. 21 отросток. Какой лось. Хороший. Друзья, сегодня буду сам тропить медведя. 6 человек, ребят, сербов, наших братьев, летят на вертолете. У них будет загонная охота. Конечно, экземпляры здесь просто чумовые, я бы сказал, по-другому не назовешь. Но охота в трудных местах, где вот такие трофейные экземпляры, выглядит она вот так. Вот, без вертолета тут не добраться до тех мест. Но мы сегодня попробуем потропить лося вручную, что называется, да, в ножную. Уедем на квадроциклах где-то километров за 10-15, и там по руслу реки попробую пройти с собаками. Может, где-то и остановят. Может, медведя найдут. Так что надеемся на удачу и гоним вперед к нашим трофеям. В прошлый раз Дмитрий брал с собой на Камчатку грома. Но пес не смог или отказался искать и загонять медведя в одиночку. Поэтому в этот раз Дмитрий взял ему в пару товарища – Набата. Посмотрим, как они будут работать в паре. Thank you.
Ко мне. Гром, иди ко мне. В прошлую поездку Гром не отходил от Дмитрия дальше 10 метров. Но сейчас в команде с Набатом он ведет себя совсем по-другому. Видно, что собаки действительно работают. Нужно только найти свежий след. Свежий след медведя. Это вот сегодня он прошел утром. Снова одиночка. И вновь размеры рогов способны удивить даже бывалых охотников. Такой трофей нельзя упускать. Не вакунь!
ovu lepne. Ja mogu. Bajka. Глухарь. Ищем дальше. В это время года продолжительность светового дня на Камчатке составляет порядка 8 часов, что является дополнительным усложняющим фактором для охоты. Ночью здесь бывает весьма опасно. Нужно четко следить за своим временем и рассчитывать свои силы, чтобы не пришлось возвращаться к квадроциклу затемно. Нашли лосиный след, свежий. Ну, как свежий, утренний или ночной. Пустил собак. Они круг сделали, 800 метров ушли. Набат слаял пару раз и побежали. Значит, уже 960. Значит, они его подцепили. Собаки сходили, значит, в беду, в лосю, потому что, где мы вот зашли, буквально он поднял 200 метров, 300 лежал лось, значит, здесь, где я говорил, лосиные места. Сходили на 2 километра туда, в беду, наверное, там посмотрели, ничего нет, вернулись обратно.
На власть, на призыв. В принципе, прострел. Прострел здесь неплохой, я думаю, подшумил. Не стал это шевелиться. Он в нашу сторону сдвигался, а потом то ли чухнул нас, то ли что. И пшух. Свалил, короче. Сейчас посмотрим, кто это. Может, вообще медведь. Вот, конечно, можно было выцелить. Я не знал, что здесь просвет. Стоял там, побаивался шевельнуться. Он сдвигался в нашу сторону. А потерял 10 минут. Пока стоял, собаки лаяли на месте. А, вот. О, видишь? Они его тут кружили. Вдвоем. Он все стопся. Видишь, он смещался в нашу сторону. Я думал, так и будет. А он это... Потом либо нас чухнуло. Не, мы не шевелились. Если ветер только под, это где-то запах почуял. А так, конечно, хорошо лаяли. Можно было подойти, наверное. Тут что, 200 метров? 5, 100. Нашли след медвежий. Не, вроде бы не старый. Судя по следу, медведь просто огромный. Собаки нашли лёжку медведя. Значит, зверь может быть где-то поблизости. За 2 дня охоты сербы добыли хорошие трофеи – и медведя, и лося. Но остался последний трофей – камчатский горный баран. Добыть его задача потруднее. Друзья, мы сегодня приехали пристрелять суперприцел. Называется SRS Fiber. Загонник. Мне его очень не хватало. Центр это у нас 100 метров, так? Ага. Первая это 150 метров примерно, да? Примерно, и да. Вторая у нас на 200. Да, повыше насчет. Там прицельная сетка, понятно. Ребята, очень удобная прицельная сетка. И вот цветопропускаемость 93%. Это ну прямо очень круто. Вот. Регулировка точки прицеливания, это их запатентованная технология, ну прямо тоже так вот, Саш, видишь, красная такая. Вот 6 режимов подсветки. И в дневное, и в ночное время. Центр на 9 часов. Угу. Ребята, пристреляли фактически за 3 выстрела. То есть удобная очень пристрелка. Еще раз повторюсь, это... шестикратный загонник Artel Fiber, но очень качественно сделанное исполнение, просто великолепное. Смотреть приятно, ну и обзор хороший, труба хорошая. И ну просто линзы, знаете, смотришь, как будто бы, знаешь, как даже цветокоррекция, что прямо нереально все четко, ясно, прямо так вот ну, смотреть приятно, поэтому рекомендую вот такой прицел. Ссылку оставлю в описании. Еще не раз увидите этот прицел
на разных охотах, на загонных и прочее. Ну, я вам просто передать не могу, как отличный прицел. Слушайте, ребята, кто-то говорит иногда реклама, но знаете, вот сейчас сын тоже спрашивает. Хороший прицел? Да, действительно, отличный прицел. Я, если честно, отказываюсь где-то, наверное, процентов от 70 рекламных предложений, которые мне поступают. Почему? Потому что я показываю вам только то, что сам использую, раз. И второе, если мне это нравится. Если мне не нравится, бывало и такое, что я брал что-то, какой-то там товар, оборудование. Если мне не нравилось, я обратно возвращал, говорил, извините, пожалуйста, но рекламировать его или показывать, или рекомендовать людям, я просто, ну, это не в моих правилах. Вот такие вот супер прицелы ArtElf. У них очень качественная светопроходимость, очень качественная точка прицеливания, которая регулируется и так далее. Ребята изготавливают из лучших компонентов. Вот просто продукт заслуживает уважения, поэтому всем рекомендую. Медведь тоже не дурак, перешел по валежине. Это что-то. Нонсенс. Бегали, искали медведя. Сидим, чай пьем, и он прямо на нас выходит. Вот так вот бывает охота. Охота. Настоящая охота. Собаки, похоже, выгнали медведя. Они вот так вот прошли речкой, и медведь это... сюда пришел, прямо на дорогу к нам пришел. Может, по моему следу, по которому я утром заходил. Может, ну, Бог его знает тут, только Бог знает. Сейчас собак дождемся, посмотрим, поработает. Если он еще не дошел, ну, он вроде дошел уже. Молодцы, хорошо. Молодцы, хорошо. Хорошо. Молодцы. Хорошо. Ну что, я счастлив. Спасибо, Камчатка. Спасибо. Спасибо этому месту. И спасибо Роман Георгиевичу за его угодья. Прекрасные. Молодцы собаки. Молодцы. Выгнали. Сейчас я вам язычка дам говяжьего. Какой вкусный. Много батьки. Молодец.
Горные бараны обитают в самых отдаленных и труднодоступных территориях полуострова, на горных перевалах и склонах вулканов. Это очень осторожные и пугливые животные. Охотникам потребовалось немало времени, чтобы выследить и добыть этот трофей. К сожалению, в этот раз с ними не было оператора, чтобы заснять этот момент. Однако трофей взят, и гештальт по Камчатской тройке закрыт. Но наши сербские братья настолько впечатлились и прониклись охотой в этих местах, что уже забронировали охоту на следующий год. А вот так ребята здесь кормят. Просто завтраки, всегда полная чаша, полный стол. Здесь просто завтраки, ужины, обеды. В общем, сюда приезжаешь, забывая, зачем приехал, потому что мясо столько, что и так все вкусно. Отдельно готовит повар Коля. В общем, это очень хорошо. Сегодня день рождения у Романа Георгиевича, будем сейчас праздновать. Роман Георгиевич, дорогой, вот что подарить человеку, у которого все есть? Yeah. То есть, ну вообще, не знаю, что подарить. Бараны. Но я понял так, что... Лось и баран, да. Я понял так, что вы влюбились в Грома. Поэтому я сказал, что дорогой подарок – это Гром. Это, ну, представьте себе, это миллион собака стоит. Да, это серьезная собака, серьезная. Это была шутка, подождите. Роман такой Георгий. Собаки у меня еще не было. Такая собака нужна самому. Я же говорил, что самое будет интересное лицо у Дмитрия Николаевича. Короче, да, он сразу же привстал. Да, мы сразу. От счастья. Роман Георгиевич, вы рубаха-парень, поэтому у вас много друзей. Не забывайте про себя, не забывайте, умеете дружить, умеете делать бизнес, умеете сделать так, чтобы людям было хорошо, и чтобы все были довольны. Как-то все делаете по совести, это вот чувствуется во всем, и в отношении к персоналу и так далее. На самом деле это вызывает большое уважение. Порядочность, совесть, четкость. Где-то, ну, пиздюлятор тоже, вот, умеете выписать. Это на самом деле, это составляющая успеха любого человека, особенно мужчины. Поэтому вот я своего ребенка точно так же, ну, каким-то таким же качеством стараюсь привить детям. Поэтому я вас поздравляю от всей души. Желаю, чтобы... все у вас процветало, чтобы вы всегда были здоровы, счастливы, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо, Дима. Давайте, днем рождения. Да. Рождения. Парень рождения. Постарел еще на год. Днем рождения. Роман Георгиевич. Паштетик, господа. Это наш уральский производитель, Златоустовский завод. Часы стоят, ну вы там обсуждали, как бы не принято говорить, что сколько стоит, но раз вы обсуждали, часы стоят 160 тысяч рублей. Это эксклюзивные вещи, это вот 64-й, это 64-й. Ты мне и так столько надарил, я не могу брать принять. Не, это для вас, я, ну что там надарил, ерунда, да, это так, мелочи. Мне хотелось сделать что-то вам серьезный какой-то подарок. Короче, вот эти часы очень любят водолазы спецназа. Они, ну, прямо кайфуют, потому что можно опускаться на 400 метров. То есть он там сапфировое стекло, делается, все полностью делается у нас. Ни китайского там ничего нет, даже ни одной детальки. Вот. Мне кажется, у вас хорошая такая рука, мощная. И вот на вашей мощной руке будут эти часы просто, ну...
наверное, очень хорошо выглядеть. И я хочу вам сделать этот подарок, я специально привез. Дим, да, бобочка, спасибо, все. Конечно. Ты, нет, нет. У меня в неловкое положение. Да, ну что вы. Я это делаю от души, правильно. Да. Друзья, охота подошла к концу. Такого масштаба, конечно, я не видел никогда в жизни. Но для того, чтобы такие охоты были, для этого нужно содержать охотхозяйство. И чтобы оно было, ну, скажем так, прикрытым или чуть-чуть закрытым. Потому что для того, чтобы были такие трофеи и столько дичи, конечно, это нужно охранять, чтобы как можно меньше было нагрузки на охотхозяйство. Тогда получаются вот такие вот охоты. Конечно, и загонная охота была, и охота на медведя. Ну, вот получился вот такой вот фильм. На самом деле, пришлось побегать, попотеть, и в загоны сходить, и с собаками побегать. Много чего не покажешь. Но, тем не менее, я очень доволен. Камчатка – это просто всегда что-то новое, всегда что-то очень интересное. Мне все-таки удалось, это тоже большая удача, потому что медведь уже залег весь. Вот один ходил, и то как-то получилось так, сами видели, собаки выгнали. Причем они его не почувствовали, он их почувствовал, как бы, и пошел в другую сторону. Ребята, подписывайтесь на канал, делитесь этим фильмом с вашими друзьями, вы очень сильно нам поможете в развитии.